Короче, снаряд прям возле нашего коллеги дома. Повредили забор, вылетели стекла в окнах и в теплицах. Что это и откуда конкретно прилетело, пока неизвестно. Вы вышли возложить цветы, и вы против войны? Я прошу прощения у отца за то, что мы не уберегли мир. Это дом номер 112 на улице Дальней Садовой. А вот хозяйка дома, Лариса. Проснулась, собственно, я от какого-то грохота сильного. Все окна бежали. В общем, вот этот весь грохот, я первое, что почему-то вот так вот лицо рукой закрыла, и все. И, в общем, на этом, ну, это как бы секундное дело, пару секунд, на этом все закончилось. Я не понимаю, что происходит вообще. Я кричу: «Мама! Мама!» кричу. Снаряд упал рядом, но он упал напротив нашего дома, поэтому наш дом как раз больше всего пострадал. Это шок просто для нас вообще, что это война. Бабушка у меня покойная была, она у меня в 2020 умерла, хорошо, она этого не видит. Она всю войну пережила, она все это знает. В Белгороде? Она, да, с Белгородского района, с Гриворонского она. Ее в немцы забирали в плен, она в плену у немцев была. А теперь вот, получается, нам, на наш век, 20... Вот, поверьте, вот кто вот будет смотреть вот это вот, вот эту запись, вы вот головой своей подумайте, вот вообще, люди, не люди, правительство, не правительство, не знаю. 21 век. Неужели нельзя, у всех есть языки, все знают язык, русский, английский, французский, украинский, все знают, все знают. Неужели нельзя ваши проблемы личные договориться вот дипломатически? Это как? Некоторые СМИ почему-то написали, что это последствия обстрела украинской армии, но я не видела результаты, официальные результаты расследований. Наталья, расскажите, почему вы сегодня решили выйти на пикет? Ну, потому что происходят невероятные, ужасные события, которые невозможно молчать, невозможно пережить. И самое страшное, что с этим невозможно что-то сделать. Потому что война – это ужас, который разрушаются две страны – Украина и Россия. Все стараются сделать вид, что меня нет.
пойми. А как вы думаете, почему? Почему? Да. Ну вот женщина сейчас говорила, что вас надо в полицию забрать. Потому что запуганные несчастные люди. Девочки, поймите, когда ваша страна в войне находится, нельзя вот это вот. Вот это вот все нельзя. Мы должны поддерживать наших пацанов, которые... Я пытаюсь их защитить. И вот этой ерундой, вы не защитить пытаетесь, нет. Почему? Вы совсем другими вещами занимаетесь. Нет, я пытаюсь их защитить. Это не защита. Это не защита. Михаил, расскажите, почему вы 28 февраля решили выйти на пикет? Ну, моя как бы гражданская позиция о том, что войны не должно быть ни в каком проявлении. И назвать военной операцией, когда сталкиваются две армии, это сложно. Я против ребят, наоборот, не выступаю против российской армии. У меня тоже вот брат, который служит по контракту в Валуйках, он сейчас находится где-то неизвестно, потому что связи уже к неделю от него нет. Вот. Плюс у меня родственники, они проживают на Украине. Вот. Как и у многих, кто проживает в Белгородской области, связывают узы с Украиной. Если я с сестрой поддерживаю связь, и то, что говорят там по телевизору или еще что-то, с ее слов, да, вот как она рассказывает, все описывает, нам говорят совсем не то. Нам информацию, если так сказать, вообще не предоставляют, мы живем в информационном поле, в барьере. Вы имеете в виду федеральные СМИ? Да, федеральные СМИ, которые транслируют по федеральным каналам. Ну, и если возвращаться к вопросу, там, можно ли человеку высказываться против войны. Ну, что значит нельзя высказываться против войны? Ну, это со стороны очень глупо звучит. То есть запретить человеку высказываться против войны. То есть человек, значит, может высказываться за войну, но против нее нельзя? Митинг не санкционированный. А одиночные пикеты не нужно санкционировать. Уважаемые граждане, просим вас удалиться. Я журналист. В случае невыполнения законных требований в отношении вас могут быть применены законные методы. Виталий, скажите, почему вы против войны? Война — это всегда разрушение. Война — это всегда убийство. Я, к тому же, без понятия до сих пор, какова причина, вот настоящая причина того, что происходит. Потому как денацификация, демилитаризация, мне кажется, ну что это просто-напросто какие-то глупости. И нужно в первую очередь делать у себя в стране хорошо для граждан, чтобы другие посмотрели и сказали, вот как в Европе происходит. А мы хотим в Евросоюз, а мы вот хотим с Россией объединиться, потому что они вот умеют развивать экономику, они умеют там... У них прекрасное законодательство, оно у них исполняется, у них работают суды, и поэтому можно инвестировать в их страны. Но сейчас мы видим обратное. Вот такой русский мир мы хотим предложить Украине, Белоруссии и другим странам соседям. Я думаю, все-таки насчет этого нужно подумать нашему руководству. Навести порядок внутри страны, сделать так, чтобы нас уважали во всем мире. А то, что делается сейчас, ну, насильно затащить страну в свои какие-то союзы, невозможно, я считаю. Это ни к чему хорошему не приведет. На шариках написано «Миру мир». По-моему, нас будут бить. Сейчас будем запускать шарики. Да? А в честь чего шарики у меня? 8 марта, масленица! 8 марта, масленица! Много повод в жизни!
Как вы, значит, девушку избиваете? Сейчас стали задерживать ее.